Это мы приехали на вторую часть лагеря Освенцима. Называется Биркенау. Ну, это здесь такой был концлагерь, вот такой настоящий концлагерь, где именно уничтожали людей, вот не держали там они ни эксперименты, ни опыты проводили, а просто сюда вот свозили людей и уничтожали. Вот в этом лагере мало что осталось, мало каких бараков, потому что здесь немцы успели практически все сжечь, все бараки. Вот там несколько штук, ну не несколько штук, а может быть несколько десятков бараков осталось, но основную часть фашисты сожгли, успели. Вот это вот железная дорога, по вот этой вот железной дороге прямо-таки вот туда внутрь вводили, в главный корпус ходила железная дорога, и прямо по ней туда возили людей. Какая огромнейшая территория. Вот эта вот территория, она гораздо больше, во много раз больше, чем вот мы вот были вот в Аушвиц. А Биркенау вообще огромная территория. Раза в 3-4, наверное, она больше, чем мы были. И вот там вот, сейчас я вот показываю, вот это все сожжено, остались только печи. А все бараки эти суки успели сжечь. Это такой пейзаж. Дорога от главных ворот и вот сюда. И здесь вот оставили такой вагон, на котором привозили человеческий материал. Да. Даже как-то и говорить ничего не охота. Все окутано железками, электрическим током, вышки. В городочке, который называется Бжижинка. Еще его называют еще иногда Аушвиц 2. Вот. Это вот место, такой памятник на мемориале на этом. Здесь вот крематории были, но здесь вот крематории все разрушены. Вот там вот они оставили вот такую всю разруху. Это немцы все здесь перед уходом постарались убрать все следы преступления, и, как я поняла, но восстанавливать, в общем-то, больше не стали. Ну, правильно сделали. Вот. Очень много цветов, очень много свечей. Вот. Доски здесь, вот эти вот мемориальные, где написано об этих, об всех зверствах. Вот такой вот памятник, как бы из обожженных вот таких вот камней. Вот такой большой площадь мемориальная. Вот там тоже порушенный крематории. Здесь вот, собственно говоря, шло массовое сжигание людей. Здесь вот просто вот людей вот оттуда прямо привозили. В бараках тоже, как, конечно, заключенные были, но вот там мы прочитали на табличке вагона. Здесь люди жили в некоторой партии просто по несколько часов. Привозили, довозили, сгружали, травили и сжигали. Все дела. В центре Европы, заметьте. Просторы.